Времени мало. Вы должны найти способность... Что? А, вы... Времени мало. Вы должны найти способ попасть на борт самолета, пробираясь через толпу ничего не подозревающих людей, следующих на посадку. Вы пытаетесь раздобыть посадочный билет. Вас ни за что не должны разоблачить и схватить. Напряженный момент наверняка. О боже мой, карта еще больше, видать. Украсть посадочный билет, оставить компромат. Еще компромата. Да ёпара СТ. Ой, боже мой, да ладно вам. Зато нашел портфель. Да не ту кнопку нажал. Игнатий. Шоу. Да блин. Побежали. Есть, ушли. Потихонечку, нормально, все нормально. Так, компромат один найден. ФПС просили, просто да нельзя почему-то, нормально все. А, это было опасно. А, не только у вас глючит, у меня тоже глючит почему-то. О боже мой, да так играть невозможно. Игра, что с тобой? Вроде все хорошо ж было. Теперь нормально. Непонятненько ничего. Так, а там я вижу комп. Тут я вижу данные. Где он там ходит? Ага, ушел. Аккуратненько. А, не та комната. А, нет, я хотел данные предположить. Спрятались. Нормально. Там два компьютера аж. О мой бог. Сейчас будет жарко. Да я застрял. Почему здесь глючит? Нет, блин, не глючит. Да ёлки-палки. Да, господи, боже мой. Вас здесь слишком много. Врезался с ним. Нормально, ничего. Да я уже открыл ее. Все. Взламываем. Хакаем. Что это такое? Камера. Да, я уже как бы прошел. Это мне не поможет. Мне вот тот компьютер нужен. Нормально, здесь чисто. Взламываем. Ой, извиняюсь. Так, это что такое? Еще одна камера. А нахрена? Ну, то есть мне и так хорошо. Компромат. Вон, еще один компромат вижу. Тут надо как-то понизу пройти. Он поворачивает налево. О, боже мой. О, боже мой. Нормально. А, вон там, наверное, где-то надо пройти. Вот здесь где-то пройти. Да уйди ты! Да может... Как вы достали меня, а? Уроды. Так, мы идем сейчас наверх. Дай пройти! А, не успел пробел нажать. Блин. Прощай, прощай, мой друг. Блин. Ну это было прикольно. Ладно, поехали еще раз. Да елки-палки, ладно, не торопиться надо. Ну блин, ну почти прошел уровень, как обычно, там какой-то засранец застрял. О боже мой. Уйди! Уйди! Mm.
Это я накосячил, ладно. Убегаем. Так, ладно. Как это сделал первый раз, блин? Одел, убежал, все нормально. Теперь бежим наверх. Нет, мы не бежим наверх, потому что эти уроды куда-то убежали. Так, нормально. Теперь эту дверь взломаем. Взломаем и уничтожаем камеру. Так, дальше что? Дальше идем туда. Взламываем, уничтожаем камеру. Куда дальше идти, я понятия не имею. Сейчас будет импровизация. Так, убежал. Так, мы тут теперь данные... Да нет, я хочу данные оставить. Вот. Данные оставили. Теперь, о, еще одни данные. А, не, это были не данные, это был посадочный билет. И все начинает глючить конкретно. Убегаем отсюда. Этого чертова места. Так, теперь понимаем, мне найти надо наверх. То есть направо. Здесь нормально все. Опять глючит. Че ты глючишь? Нормально. Куда мне идти, понятия не имею. А, здесь выход. Мне еще два компромата чертова оставить, и, блин, будет просто... Лучше некуда. Тут по-любому еще компромат оставить. Нету? А, нет, есть. А, где я еще один потерял? О, боже мой! Как же глючит так? Зато я знаю, куда мне идти. Остался один компромат. Где ты? Смотрим по сторонам. Да ёлки! Там кончик был всего лишь. Этого засранца. Так, идем переодеваться. Переоделись. Я... О, боже мой. Вот компромат, вижу. Вижу, справа был. Я тебя запомнил и полюбил. Только что я пою... Все, ушел. Как обычно, просто так уйти я не могу, елки-палки. Так. Все, мы пройдем этот уровень без проблем. Так. Норм. Возвращаемся обратно. Не знаю, как это у меня получится или нет. Они теперь беззубные уродцы эти. Да ёлки-палки, да, разумеется, нет, ну блин. Еще плохой уровень знаю. Нахрена я вообще переодеваюсь? А, у них поле зрения же будет большое. Ёлки-моталки. Да гигантское поле зрения, смотрите. О боже мой. Сейчас будет включить. Ну понятно, все понятно. С вами каши не сваришь. Да уйди ты с дороги! Ёшкин кот! Блин. Куда ты идёшь? Вот куда ты идёшь? Охренел совсем, что ли? Охренел, да? Тут нельзя ничего делать? Нельзя ничего делать. Так, это мы взяли. Один компромат сейчас будет по центру, где-то на столе. Ага, нашел. А, это будет билет. Теперь все будет глючить, как в заднице. Я помню это. Я все помню уже. Второй компромат. Не туда я забежал. О мой бог. Так, нормально. Ребят, извиняюсь. О, хорошо. Так. Остался один компромат. Главное не запороть. Если что, мочить просто всех. Где он там? Камера быстрее!
Так, подождем. Побежали. Все, выход, выход, привет, это я, выход. Фух, слава богу. О, минута 21. Ну, наверное, неплохо. Наконец, вы сможете встретиться лицом к лицу с главой Synthesis Futuristics, с человеком, ответственным за проект «Свет». Найдите Кристиана Нола Бола, не став жертвой его личной охраны. Есть ли у него ответы, которые вы ищете? Бол должен ответить на все, за все, что он сделал, за память, которой он вас лишил, и за смерть обманутых им людей. Положите конец планам Бола и Synthesis Futuristics. Да без проблем. Ни хрена себе камеры. Найти и убить Кристиана Бола. Ту-ту-ту-ту-ту. Такая еще печальная музыка еще. Куда идти-то? Право, влево. Да блин. О, еще одна камера. Охренеть. Вы, наверное, прикалываетесь, да, ребят? Тут огромная карта. Где мне его искать? Во, это хорошее занятие. Так, дверь открыть. Это, походу, камера. А, вот они уже и охранники, вижу их. Так. Если что, буду убивать всех. Мне наплевать. Так, Кристиан Бол, ты где? Засранец. Куда ты делся, а? Блин. Так, здесь... А, нет, камера движется все-таки. Ладно, была не была. Взламываем. И хакаем. Так. Камера и дверочка. Вылазим. Быстрее, осталась минута. Мой юный голубой друг. Так. Где-то здесь была дверь, да? Вот она дверь. Еще один комп. Да елки-палки, сколько у вас здесь? Это что такое? Так, все взломал. 50 секунд. 50, куда иду? О, тут еще и камера, отлично. Ой, тут еще и мудила. О, еще один. Ты умер, прощай. Прощай, не туда бегу, не туда бегу. Ай, ла-ла-ла-ла-ла. Так, этот убежал. Осталось 30 секунд. Я так понимаю, мне нужно идти... Я не знаю, куда мне идти. Пойдем сюда. Что здесь? Интересно. Фух! Ну, наконец-то! Подопытный Сикси возвращается домой. Думаешь, что твой след разрушения остался незамеченным, Шульц? Доказательство того, что ты выжил, позволили мне добиться огромных инвестиций в проект «Свет». И скоро мы сможем реализовать наш план и парализовать систему мирового цифрового хранения. Компания будет требовать разместить их данные в самую безопасную тюрьму – человеческий разум. Ты думаешь, что, разрушая наши трианские фермы, остановишь нас? Думаешь, такая влиятельная организация, как моя, с контролем ключевых политических фирм не может найти другой путь? Дурак! Ха-ха-ха! Убил? А что дальше делать? Игра! Игра! Я не понял, я же убил его! Вы что, прикалываетесь, что ли? Я не понял. То есть, подождите, я его убил, потом, походу, игра тупанула, я побегал немножечко, хотя меня могли убить, и уровень закончился. Непонятно, ладно. Хорошо. С кровью Кристиана Бола
На ваших руках и репутации преступника, сбежавшего из тюрьмы, отчаяние грозит захлестнуть вас. Ваш последний шанс вернуть себе доброе имя – доказательства, которые вы спрятали в аэропорту ранее. Поскольку история так и не получила огласки, вашему рассказу едва ли поверят. Времени остается все меньше и меньше и меньше. Я опять оказался в какой-то туалете непонятном. Так, что сделать? Включить камеру. Подождите секунду. Камеру. Посетить ваше дело. Забрать чемодан. Найти выход. Да ничего себе! Я вам кто? Уборщик, что ли? Отлично, просто. Зашибись. Да нет, игра. О боже мой, игра, ты издеваешься? А, вот он, шкаф есть, ладно. Так. Что мне делать? Сюда не надо, сюда не надо. Тут тупик. Ой, извиняюсь за шум. Так, здесь кто-то был. Нет, нету. Нету никого, ладно. О. Отлично. Что у нас здесь? Дверь. Дверь. И дверь. Одни двери. Ладно, осталось минута 30. Чё, нормально, успею, как обычно. У нас открылась дверь сверху, по-моему, да? Нет. Нет, сверху дверь не открылась. Здесь, я понимаю, ничего нету, да? Во, есть комп здесь. Побежали. Я вот думал, блин, засранец, испугал меня. Так, дверь. А, это лифт. Это дверь, камера, дверь в кладовку, там костюм был еще. Так, мне бы этого тоже убить, он мешает, конкретно мешает. Здесь ничего нету? Здесь тупик. Ну блин, зачем его убил? Реакция, блин, просто случайно вышло, извиняюсь. Так, чистим данные, я так понимаю. Да ёлки-палки, игра, давай. Выход. А где выход был? Я не запомнил. По-моему, это по центру был выход. Нет? У меня 25 секунд осталось. Я не помню, где выход был. Ладно, идем в крайний левый угол. Там мы еще не были. Может, выход здесь? Нет, здесь опять туалеты. Одни туалеты везде. Этого тоже убил. Надоел мне. Да ёлки-палки, где выход? Где там бронированный лифт? Я, игра, понимаю, что найти выход. Пытаюсь его найти, подожди. А, все, они появились. Отлично. Вон они. Я понял, где лифт, спасибо. Где-то здесь лифт, да? Откуда они появились? Фух, успел убить. Отцепляйся, пожалуйста, спасибо. Так. Я не знаю, как всех убивать. Ты, надеюсь, меня не убьешь через стены, да? Я очень на это надеюсь. Иди ко мне. Прощай, мой друг, прощай, охранник. Так. Этого тоже убил. Отлично, сейчас будет просто шикарный результат. В баллах. Ну, в принципе, я сам виноват. Где лифт? А вот он лифт, ёлки-палки, все, ура, наконец-то. Фух, 3 минуты 40 секунд. Нет, гляньте, не в минусе даже. Странно, странно. Почему главное меню? Все? Да ладно. Заработана компания Just a Pixel, издатели компании Team 17, дизайн Роберт Селени, Дэнни Гудели и так далее. Звук и музыка Эвин Харрисон.
Спасибо за перевод, кстати. Indie for Indies. Indies for Indies. Но, блин, это так мало. Да ладно вам, я так ее быстро прошел. Конечно, тут можно помучиться, проходить именно стелсом, но мне кажется, что если нарушать правила и убивать охранников, передеваться и бегать от них по всей карте, это куда веселее, чем проходить просто стелсом. Мне игра понравилась, что было очень мало. Кстати, в Стиме она стоит сейчас почти 300 рублей. 290 рублей стоит эта игра в Стиме. Ну, в принципе, по акции ее можно взять. А так, ну, не знаю, стоит на своих... Ну, считаю, я считаю, что не стоит. Рублей вот за 200 я бы ее взял, мне кажется. Но вот за 300 не факт, не факт. Поэтому игра хорошая. Мне понравилась очень музыка. Геймплей обычный, в принципе, геймплей, но со своими плюшками. Особенно это взлом, хакинг и так далее. То есть, нет, геймплей здесь хороший. Согласитесь, геймплей здесь хороший, играбельный, интересный. Музыка понравилась визуально, ну, визуально, ну, в какой-то степени напоминает игру Трон или фильм Трон, ну, из-за такого присутствия неона, да. Как таковой графической начинки здесь мало, да, но мне игра понравилась. И весело, интересно побегать, поизучать все это дело, выбить ачивки, то есть, да. Поэтому, кому игра понравилась, кто хочет ее тоже пройти полноценно, узнать, почувствовать эту историю. Хотя это маленькая история. Ну блин, правда, маленькая история. Сколько здесь глав всего? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 глав всего лишь, которые проходятся буквально за полторы минуты. А хотя нет, там была даже глава, за 20 секунд ее прошел. Это я, который человек, который вообще не играет в стелс. Никогда в жизни почти не играл. Так что очень быстро проходится, да. Но все равно считаю, что игра хорошая, можно и поиграть, скачать. Поэтому спасибо за внимание, если смотрели это видео. Это был канал Indie Games Channel, я Денаргон. Подписываемся, комментируем, ставим лайки и покеда. До следующих видеопрохождений.